Вот сейчас проверим. Батарея полностью заряжена. Но она плохая. Так, сейчас. Так, вольтаж чуть не показывает. Секундомер. Поехали. 39,4. Батарея полностью заряжена. Батарея от гироскутера. Смотрим, как падает напряжение на плохой батарее. Видите? Сейчас вот хорошая батарея, на ней я проехал, ну, не знаю, минут 15, не заряжал. Емкость, да, она показывается 42,5 вольта, все нормально. Ну, видите, просадка какая за одну минуту. Так и будет падать. Хотя все банки целые, все нормально, но элементы сделаны из некачественного материала. Вот, подключаю хорошую батарею. Что у нас? 39,2. Батарея. На этой батарее я проехал 15 минут. Сейчас там сюда 38 и будет так долго. Первая батарея была полностью заряжена. 42,5 вольта. Нагрузка сейчас идет 80 ватт, 36 вольт. Так и будет 38 вольт. Ну вот, ради интереса, повторное подключение, и за минуту село уже до 36,4 вольт, напряжение падает, это плохая батарея. Дальше смотреть смысла нет.